Всем привет, вы на канале Авокадик. И это я начинаю свой новый сериал про богатую семью. Начинаем. Так, вот у нас утро. Мы приехали в новый домик. Все круто. За окном идет снежок. Нужно уже готовить завтрак к сестрам. Оп. Ой, макарошки тут остались. Так, раскладываем тарелки. Даже не знаю, что ему приготовить. Приготовлю вот такой вот завтрак. Так. Я не могу найти еще этих штук. Ладно, себе сделала с кукурузовой крошкой. Плохо. Так, ну поскольку тут нет никаких стаканов, придется взять вот такие вот. Так. И наверное, ничего. Проверим у нас тут, как тут у нас питомец, который писали. Он тоже мороженое нам оставили. Так, с ним все в порядке. Хорошо, выключаем. Все, заставляем, да? Все, надо их будить, а то мы не успеем на каток сегодня раньше всех прийти. Лиза, вставай. Ой, я забыла, как тебя зовут. Так. Пойду-ка другую разбужу. Ника. Ника, подъем, Ника. Ника, вставай. О, ну что? Я же говорила, не надо было вчера в телефоне сидеть. Да ладно тебе, не будь занудой. Ладно. Аня, вставай. Аня! Что? Что? Сейчас проспим. Ладно, пойдем. Умывайся. Одежду так и не постирала. Я постирала, она уже высохла. Вообще-то. Забирай свою. И разберите ее. Хорошо, сейчас заберу. Так, это не моя. Вот моя черненькая. Сразу переоденусь. Держи. Не отдельно одежде кидаться. Да ладно тебе. Так, девочки, все, за стол. Ух ты, какая она вкуснятина сегодня. Да, вкуснятина сегодня. Так, ладно, давайте. Вкус интересный. Причем стаканы такие. Других не было. Так. Все, мы все поели. Так, ну что, девчонки, одевайте шапки, там, куртки. Я пока буду посуду, наверное, помою попозже, наверное. Когда с катка придем, тогда я буду мыть, да? Хорошая идея, мне кажется. Так, все стаканы сюда. Так, я буду одевать свою, ой, вот эту вот курточку. Обязательно намажусь кремом, чтобы ничего не обветрилось. И надо достать мою шапку. Достану пока всем шапки свои. Так, естественно, куртку достать. Все. Я готова. Так, надо пойти одежду забрать. Шапку и куртку. Все, я у тебя тут оставлю, ладно? Оставляй. Так. А я одену наушники. И свою куртку. Собственно, вот так. Пойдемте на каток. Ура! Так, вот, ура. Смотрите, тут чья-то куртка, надо повесить ее. Давайте повесим. Надо выкинуть. Так, ужас, бардак тут навели. Девчонки, вы кататься? Ой, ладно, выкинули, ничего страшного.
Я забыла свои коньки дома. Блин, ладно. Тогда сегодня кататься не буду. Тем более не очень-то уж и хотелось. Ой, я тут свое платье оставила. Вот я смешная, ладно, заберу попозже. Так, нам напрасно за коньки. Хорошо, вот у нас есть вот такие вот коньки. Вот такие вот. Идите, я вам покажу еще экземпляры. Вот. Я один, наверное, это. А я розовенький. Давай поменяемся. Ну ладно. Все. Можно наши, пожалуйста, одежды у вас оставить? Девчонки, давайте ко мне, я все равно кататься не буду. Хорошо, спасибо большое, мы вам заплатим. Я уже заплатила, идите, катайтесь. Ура, круто. Да, видите. Здорово. Юху. Так. Пойдемте поедим тогда домой. Это уже обед. Хорошо, ладно. Уже скоро даже вечереть будет. Так, моя курточка. Это мое. Да как-то мое платье будет забрать. Ладно, сейчас как-нибудь придумаем потом, как твое платье забрать. А то в руке же мы его не понесем. Угу. Давайте сюда сядем. Интересно, кто тут вообще обслуживать нас будет? Ой, девчонки пришли есть. Так, здрасте, я тут обслуживаю вас. Да, да, можно нам, пожалуйста, два с клубникой, блина, и один с этой оранжевой ягодой. Я тут забыла, как называется. Конечно, так вот, держите с клубникой первый рожок. Сейчас, секунду. Угу. С ежевикой. Отлично, вот. Рожок великолепно, держите. На, держи. С ежевикой. У вас огонь потух. Ой, да-да-да, сейчас. Так. Блин, не получается мне взять, блин. Вот он. Клубникой. Прошу вас, можно нам еще горячий шоколад? Да, конечно, сейчас. Ой, вкусно. Угу. Мы сейчас домой? Ну да, мы сейчас доедим и домой пойдем. А то мы так уже долго гуляем. Ну ладно, что там будем делать? Мы хотели в джакузи покупаться. Точно, джакузи! Ура! Ладно, пойдемте. Извините, а можно вас одну ягоду купить? Вот эту вот, да. Спасибо. Пойдемте домой, пойдемте. Тут. Это я съем? Держи свое платье. Спасибо, сестра. Так, надо переодеться. Мне тоже. Вообще-то это моя одежда. Ой, прости, я забыла. Сейчас все отдам. Так, что же мне одеть? Ладно, одену ту же самую. Все, это я к себе положу. Держим, спасибо. У меня и так места нету. Это и так мой шкафчик тут лежит. Немножечко моих вещей. Так, ладно, вы тут разбирайтесь. Я пока пойду переоденусь. Оп. Все, переоделась. Ладно, пойдемте. Одевайтесь и пойдете. Хорошо, давайте. Я первая. Так, положу сюда. Оп. Пойдемте. Посмотрите, тверда. Это мне моя подруга занесла. Только он. Фу, не люблю шоколадный. И фу, я тоже не люблю.
Выкидываем. Еще и кусочки нам по тарелкам предложил. Не выкидывается, ладно, я люблю. Как вы не можете любить такой вкусный торт? А, ну ладно, вкусах не спорят. Кто кровать забыл задвинуть, а? Я, ладно, не кипишуй. Ой, холодно. Очень холодно. Да что вы, девочки, не так и холодно. Вот, сейчас включим батарею, да здесь пока в дом. Вон она, там одна табуретка была в шкафу, я сейчас быстренько. Забирай, быстрее, оп. Вот тут табуреточка была, вот она. Так, вот табуреточка. Молодец. Ну что, залезайте. О, как хорошо. Что, правда? Великолепно. Я сейчас засну прям вообще. Ну, правда, очень круто. А. Ладно, все, пойдемте. Так, девчонки, все, надо вылезать. Я хочу еще немножко. Я еще хочу. Ничего страшного. Уже солнце садится, смотрите. Ой, правда, время быстро прошло. Все, спать, девочки. И никаких поиграть. Особенно тебя касается. Забираю телефон и приставку. То опять потом еле встанешь. Ты что, мама мне, что ли? Да, я взамен мамы. Потому что она уехала по делам. Командировку. Папа у нас тоже в командировке. Поэтому я за старшего. Старшую. Старше. Ладно, я буду лежать тогда хотя бы просто. С закрытыми глазами, да? Давайте, пойдемте. Пойдем, моя хорошая. Так, пойдем. Так, ложусь. Я немножко поиграю. Хорошо, играй. Оп, оп. Мне холодно. Вот, давай обогреватель включу. Ой, тепло. Спасибо. Я бы, конечно, опять на кровати поиграю. Давай, только ненадолго я зайду, проверю. Давай вот по таким светом, ладно? Хорошо. Угу. Так, плиту надо выключить. Так, как она выключается-то? Конечно, мастер из плиты знаю никакой. Ладно, пусть горит. Здесь много свет не намотает. Так, а мне надо все помыть тут. Как раз пить хотелось. Так, тарелки помыты. На завтрак будут есть яйца тогда. У нас тут как раз есть. Угу. Все отлично. Теперь надо спать ложиться. Я немного посижу. Ага, ничего себе, прикольный ролик. Ух ты, надо как-нибудь накопить у мамы денег, попросить немного. Остальные я сама. И свозить все туда. Настоящий курорт. Это круто. Ладно. Ой, это как делать торт, крутой рецепт. Сейчас попробую потом. Ладно, все, спать пора.